Скажите, вы в курсе, что в Воронеже начался отопительный сезон? Еще нет пока, но у нас начался. Скажите, пожалуйста, дома уже тепло? Батареи теплые? Да, уже теплые. Уже жить можно. А как давно включили отопление? 2 дня назад. А где вы проживаете? Мы живем в Костроме. Довольно-таки далеко у нас север. Скажите, пожалуйста, вы в курсе, что в Воронеже начался отопительный сезон? Да. Нет. Нет, у нас он не начался. Не в курсе. Нет, не знаю. Ну, конечно. Нет, не в курсе. Читал, на подъезде написано, 5-го начинается отопительный сезон, но батареи, ну, я не чувствую, что они горячие. Конечно. Но у меня частный дом, поэтому эта проблема ко мне не относится. А у себя дома проверяли батареи, горячие? У нас написано на подъезде, что у них опять авария и будет через несколько дней заполнение. Вот все, что мы знаем. А вы в каком районе проживаете? На проспекте Революции в начале. Вы знаете, с утра не было. Сейчас не могу сказать. Нет. Дома холодно. А где проживаете? На улице Фридриха Энгельса. В Центральном, на улице Карла Маркса. Нет отопления пока. Нет. И пока ее открывать рано еще. А почему? Потому что резкий брос холода, там идет циклон. Значит, поэтому он еще будет тепло, и поэтому надо энергию экономить. И бесполезно. Я не испытываю неудобств. Детей водите в школу, в садик, там тепло? Okay. Вроде бы да. Мы возим на Перевёрткино в школу. Ну, по-моему, там еще тоже не включили. Ребенок 2 годика, пока в садик не ходим. Не знаю, да, что. У меня внучка в школу ходит, но не в курсе даже, что затопили или нет там. Какую оценку вы можете дать нашим коммунальщикам, что касается отопительного сезона? Ну, в прошлом году вроде ничего было, а как сейчас будет, не знаю, потом оценим. А я же не жила в Воронеже в прошлом году, я только переехала, поэтому пока вот еще ничего не могу сказать. А откуда переехали? Переехали из Санкт-Петербурга. А в Санкт-Петербурге с этим все хорошо? В разных районах по-разному, но, как правило, там же севернее, поэтому отопление включают раньше, там как-то более пристально на это смотрят. Вот. И люди, наверное, более требовательны к этому. Ну, по прошлой зиме положительную. Проблем не было с отоплением. Какую вообще оценку нашим коммунальщикам вы можете дать вот в вопросе отопительного? Ну, дом хорошо обслуживает, так что об остальном сказать ничего не могу. В каком районе проживаете? Воим. Все устраивало. Тепло было даже. Перекрывали батареи, окна открыты. В каком районе проживаете? Дорожный. Железнодорожный район. Какую оценку можете им поставить по отопительному сезону? 5. Смело. У нас вроде бы так, задержки не было, нормально. Топили где-то, ну, раньше с 15-го, наверное, числа где-то отопительный сезон был. Так что нормально. И все-таки вот если говорить об оценке, какую оценку вы дадите нашим коммунальщикам относительно отопительного сезона? Ну, отопительного. Ну, наверное, на 4. Ну, хорошо. Ну, не отлично, конечно, но хорошо можно. На данный момент мне не принципиален этот вопрос, потому что еще тепло. Будет холодно, тогда поставлю минусовую оценку.